В социальных сетях активно обсуждали рост цен на продукты питания. По мнению интернет-пользователей, стоимость за те или иные товары возросла. Вечерний Магадан решил выяснить у жителей областного центра, устраивают ли их цены на продукты. Да, пойдет. Все отлично. Нет. Что самое дорогое, на ваш взгляд? Овощи. Самые дорогие. Колбасы, сыры. Не знаю. Прям не устраивает. Ну, в принципе, да. Нет, конечно, кого же не устраивает. А можете назвать, что может быть дорогое, самое дорогое? Ой, ну, мясо у нас дорогое, колбасы, естественно. Ну, что еще? Ну, молоко тоже значительно дорого, и творог, и молочные продукты дорогие. Помидоры. Разве ты возьмешь на свою пенсию хотя бы один помидор, если он стоит 800 рублей? Огурцы. Ну, это ужасно, конечно. Да. Цены на продукты? Нет, дороговато. А что им надо дорогое? Может, можете пару пунктов перечислить? Ну, самое простое мясо, я считаю, дорогое. У нас тоже самый сахар, если взять. Я не готова отвечать на вопрос.